привет, это Струнодер. И, наконец, вот удалось мне познакомиться с Гибсоном ES-335. Я всегда жаловался, что у меня никогда его не было. Вот появился, но, правда, это модель ES-335 Studio. Более-менее современная, 2017 года выпуска. Вот. Ну, инструмент очень прикольный, я должен сказать. То есть... У меня было знакомство тоже с Гибсонами серии Midtown, и вот этот мне понравился больше, невзирая на то, что Midtown намного более, скажем так, экстерьер у него такой более шикарный. Вот этот очень просто выполнен, да, значит, такого вот. Он, по-моему, в таком цвете издавался и в Sunburst. Значит, из-за отличий, что мы знаем, датчики 57-й, Супер, по-моему, называется. Ну, я про 57-й уже говорил, датчики, то есть самые классические, самые такие распространенные, самые известные, самые, наверное, самые котируемые датчики у Гибсона. Накладка здесь, по-моему, печеный клен, как на вот трибьютах, на вот этих вот, как на сериях Les Paul Tribute, по-моему, ставят такую же накладку, это не палисандр. Вот, сзади выглядит вот так. Значит, колки Гровер, вот так. На голове написано Гибсон, не перламутром, так скромнее. И вот на крышечке анкера там такая F нарисована. То есть на гитаре не две F, а три. Две здесь и одна здесь. Вот. Значит, немножко поиграв на нем, я... Инструмент по звуку классный. Мне, кстати, все нравится. Он очень густой, очень наполненный. Там все в порядке. В этом, говорю, плане Midtown... И очень отзывчивый. В этом плане Midtown он мне показался более таким... более, в кавычках, туповатым, что ли, да. Этот поинтереснее будет. Возможно, за счет электроники. Я не помню, что ставили на Midtown. Если честно, у меня причем были такие люксовые версии этих гитар, несколько штук. Вот, давайте сейчас данный гибсончик послушаем в Fender Blues Junior на чистом звуке. Мне, честно говоря, нравится, то есть вот она напоминает мои любимые Yamaha серии SA, кстати,
Вот, опять же, к сожалению, не было, не так. Она, в общем, по звучанию, ну вот, мне очень напоминает мои любимые Yamaha серии Super X, там вот тысячная какая-то еще, ну, естественно, Gibson стоит дороже, вот. И, я говорю, отзывчивый, так, хорошо реагирует на динамику, запасы по тембрам нормально, то есть можно играть и джаз, и рок, там, и чего, в общем, все, где сгодится вот эта форма, и все можно делать очень хорошо. Вот, поэтому, думаю, сейчас, давай сейчас с педалькой еще поразвлекаемся, E-Drive. На сайте Gibson про эту гитару там написано такое количество, вот там каждая, что называется, хвисточка зафиксирована и написано чего и как, я не стал разбираться. Я прочитал только про датчики и про печеный клен. Вот я считаю, что этого достаточно. Остальное там можно читать долго. Вот, гитара в состоянии нового инструмента абсолютно, то есть на ней, по-моему, практически и не играли. Вот, кейс наличествует, документы, сертификат, все это есть. Вот, гитара в лавке, гитара наличествует, гитара продается, гитара обменивается, а я на этом прощаюсь. Спасибо за внимание, пока-пока.